Всем привет! Сегодня вторая часть обзора построек моего подписчика Trackway. О, красивый. Это что, самолет? Похоже на американский самолет невидимый. Он может летать в космос. Как-то странно тут видно. F запускает вроде турбины, а R запускает ракету. А как летать? А нажми R. А вот я вижу V. Сейчас я получше подумаю. А как долго ты это строил? Ну, где-то день вроде. Ну, я тут окно долго строил очень. Да, я там вижу. Там очень много разных палочек для треугольника. Да, лобовая. Окна. Можно было не так мощно заморачиваться. Ну, я не знаю, я не подумал, я строил долго. Сейчас загружу другую постройку. Давай. Самолет, да? Пассажирский. Только он сделан из таких блоков, да? Не из полигонов, а из микроблоков. А где тут вход? Внутри. А, вот. Без коллизий. Я не продумал двери. Тут можно лежать, тут есть пиво. О, внутри вот. Очень много всего, да? Внутри ты очень хорошо постарался. Там туалет. Почему в самом конце? Пошли дальше, вперед. Сам. Кстати, тут можно красиво лежать. Здесь, так. Да? Давай я буду здесь лежать, а ты будешь лететь. Давай. А приземлиться сможешь на посадочную полосу? Сейчас попробую. На красных ускорителях. Не, ну на ракетах, давай. Немножко промахнулся. Да. Посадились. Посадка была плавная. Не как иногда бывает. Называй. О, он очень красивый. Такой вообще круглый. Ты его сам построил? Да. Там налепил много блоков. Как здесь этот пропеллер включить или опустить? А, вот теперь её можешь открыть. А почему он так на бок? Не знаю. Может, тяжёлый? Ну, немного равновесие. О, всё, я полетел. Есть еще Формула-1, одна машинка. Давай сейчас я приземлюсь. Давай Формула-1. О, тоже красиво, там ты Роблокс сделал. Мне вот это интересно, это что за такая длинная машина? Я такие никогда не видел. Я не знаю, я просто построил, не знаю, что это. Очень такая длинная вообще. Кстати, есть, можно смотреть от первого лица в машине этой. На эту машину и нажми F. F? F тут ничего не делает. А, R. Да, да, от первого лица. Ну, бассейн реально есть боки. Но давай с самого начала начнем. Очень функциональный, да? Ну, может, там много комнат. Всего лишь там грузовик не может проехать. Пошли в дом. Что тут есть? Много лампочек. Тут есть маленькая кухня. Гриль, плита, микроволновка, холодильник, раковина. А есть телевизор, да? Он работает? Разве можно сделать, чтобы телевизор работал?
мультик там показывал. Я о, здесь компьютер. Кровать? Ну, на ней можно спать. Почему я руки, ноги вверх поднял? Ну, как-то странно. Я в него смотрю. Маленький смотришь. Немножко. Сколько телевизоров? Ладно. О, сейчас нормально. И что? Ванная? Туалет. Понятно. Тут я еще видел, есть второй этаж. Ну, тут я ничего пока... О, help. Я уже... Я не хочу быть в этой комнате. Что это за комната такая страшная? Это страшная комната. А, это комната друга. Комната друга? Наверное, музыка. Ладно, пошли отсюда. Комната, не знаю кого. Еще кого-то. Мой телевизор. Лежишь и еще телевизор смотришь. А это что? Это... О, оно реально кончается. Качели дома. Да, на улице есть качели. Пошли на улицу. Пошли. А, где тут выход? А, вот здесь. Как пойти на улицу? Тут есть гараж. Гараж? Есть что-то. Да, вот. А в гараже что-нибудь есть? О, есть. Ну он открылся, конечно. Машинки. Тут есть бассейн. Бассейн. О, тут столько конфет. Детская площадка, да? А, только для маленьких я пройти не могу. Это же детская площадка. О, все, прошел. Здесь есть мячик, да? Да. Сок. А горка работает? Нет. Не знаю, как сделать, чтобы он работал. Ну, я тоже не знаю. А это что? Качельки? Качели. Как на них качаться? Ты слишком слабый на конфету, которая сделает тебя супер сильным. Давай, качай. А, слишком сильно. А это что, песочница? Это да. Я в песочнице застрял. А вот это турник? Я слишком да. маленький для него. Пошли дальше. Пошли. Что это за голубые фиолетовые конфетки? А, я просто перекрасил. Тут есть вход в море для выхода. О, вот так рандомно. Ну, из-за много поршней так работает. Это чтобы открыть, да? Но очень рандомно они заходят. Ну, пошли. А-а-а, я слишком маленький. Да. Сделать нормальным. Слишком большой. Слишком большой. Я нормального роста. Внутри есть кубики. 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 Ты знаешь, как сделать работающий батут? Батут нет. Не знаю. А зачем здесь кубики? Не знаю. Чтобы как будто мы плавали, да? Когда ходим. Это что за игрушки? А как в них играть? Что-то кажется, они какие-то большие. Может, большие. Это волк. Это какая-то девчонка. Это мальчик какой-то. В интернете посмотрел просто. И построил. Это 0-2. Есть еще пушка, которую можно
блять. Пробуем-ка мы соседям нашу бомбу закинуть. Так, поднять вверх как? Ой. Е, вроде. Так. Нет, Д. А, да, Д. Ракета готова к уничтожению вражеской команды. Как теперь ее активировать? Что нажимать? А, Р. Ой. F нажал. Ну ты же сказал F нажми, я нажал. Надо было. Давай еще раз. Я сказал R. А, R. Давай еще раз, я попробую. Санцию убери. Так. А ей можно будет во время полета управлять? Ничего, что я косо нацелю. Так, теперь нужно нажать на что, чтобы масло убрать. А масла тут нету, надо нажать R просто, чтобы запустить. А теперь что, как камеру включить? Грик. Игрик? Ах, мой английский. Так. Такой бук. А, Игрик, вот Игрик. Не Q. Да я понял. Нажми R. А как ее теперь пониже спустить? А... F вроде, а F. Все, смотри, смотри. Выключил. Ой, можно еще раз? Она что-то не взорвалась. Последний раз. Не взорвалась. Она взорвалась только внизу. Ноги не надо. Да, последний раз. Загружай. Сейчас попробую к соседям закинуть эту бомбу. Может, за камерой будешь следить, куда она будет смотреть? Так, сейчас. А ты не можешь? Не, ну я просто говорю. А потом... Нет, сейчас шарнир еще удалишь, когда я скажу. А то зачем он мешается. Шарнир? Удали шарнир. Шарнир удаляй быстрее. Если удалить шарнир, ты не можешь управлять ракетой. Бабах! Я вообще команду блоками. Еще будет заключительная третья часть построек подписчика TrackPlay. А на этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!